Не нарушая традиции, глава округа подвел итоги минувшей недели. Обращение губернатора Подмосковья – одно из ключевых событий. Вектор, который задал Андрей Воробьев, станет основой для дальнейшей работы муниципальных властей. Для всех, кто причастен к муниципальному управлению Подмосковья, обращение губернатора – это прямое указание и руководство к действию. Теперь система добродел неразрывно связана с центром управления регионом. Ни одно обращение граждан не ускользает от глаз опытных сотрудников. Вся информация собирается в единую базу и дает полную картину по каждому округу. Все обращения с добродела попадают в ЦУР, данные структурируются, анализируются. И что самое важное, выявляются системные проблемы или западания в работе городских служб. Особое внимание на заседании было уделено системе здравоохранения округа. На минувшей неделе Одинцовскую областную больницу возглавил Андрей Фадеев. Сейчас лечебное учреждение находится в стадии слияния. Первый этап завершен. Продолжается строительство нового корпуса КДЦ, бывшей поликлиники номер один. С вводом в эксплуатацию этого объекта сразу решится несколько острых проблем. У нас медицинская сфера одна из самых проблемных. Мы регулярно видим, слышим на встречах те жалобы, которые звучат от жителей. И прежде всего это нехватка специалистов, это переполненные больницы и острый дефицит узкопрофильных врачей. Также наши жители очень часто, к сожалению, жалуются на отношение врача к пациенту. По всем этим направлениям Андрей Васильевич будет работать в ближайшее время, в том числе акцент в своей работе как раз поставит на культуре общения с пациентами. По итогам заседания Андрей Иванов дал ряд поручений профильным заместителям, выполнение каждого на личном контроле главы округа. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».